Всем привет! Русский сервер сегодня в воскресенье отказывается нормально работать, поэтому я зарегистрировалась заново на EUWEST. Это... West. Западная Европа. Да? Наверное. В общем, у меня первый левел. Буду играть за Катарину. Так как герои у меня не куплены, приходится выбирать из того, что есть. В принципе, я давно хотела перейти на какой-нибудь другой сервер, потому что на Рашке никогда ни боя не найдешь, ничего. Очень круто я сказала, ни боя, ничего. Не боя, главное. Вот. Кот прыгает у меня, пытается за ноутбуком лечь. Улегся. Там местечко вот так вот, улегся. Еще и шнур с мышки у меня забрал. Отдай. Что Джинкс тут делает? Это какая-то беда. Чтобы еще рассказать, я заново прохожу квалификацию в Лиге Легенд на Рашке своим 30-м левелом. Зря я, наверное, вообще перебрасывала аккаунт на Рашку. Вчера ночью мы гуляли, точнее, мы гуляли до ночи, и я пришла домой и решила поиграть. Это было часа, наверное, 2-3 ночи. Бой я ждала минут 30. Если на Весте, я думаю, играют круглосуточно. И бои идут каждые... Не надо по 2 минуты ждать. Смотрите, надо убила. На мне боты сделали ФБ. Я вообще классно играю, сильно классно. А, это еще и телепорта нет, боже. А я еще вместо хилки нажала... Что я нажала? Призрака. Катарина. Ой. Ну, мне вообще как бы не хочется забивать, играть на Рашке. Мне жалко свой аккаунт. Ему уже, наверное, более 3 лет. А против кого мы хоть стоим? А, это Владимир. Вован. Что он меня вот у своей... Прошаренные боты, блин. А боты разве ходят гангать?
Думаю, нет. Джинкс, текай уже домой. Полечись хоть трошки. О, как я давно не слышала этих на английском. Боже мой, это же боты, Юля, соберись. Фух. Капец, я думала, я одна такая, а тут боты всех валят. Это точно Вест, это не турецкий сервер, нет? Мне говорили, кто хочет поднять платину или, ну, минимум золото, идите на турецкий сервер, там вообще такие профи-игроки играют. Но турки, да, напомню, бывало на Весте попадались, когда еще не было этого разделения. Они классно играли. Да и вообще в других играх турки знают толк в игре. О боже, что он делает? Сейчас я получу ульту. И, возможно, кого-нибудь убью. Возможно. Слава богу, что я немного знаю английский. Ну, как немного? Ну, это я, конечно, преуменьшаю. Не люблю хвастаться. Ёптель-моптель. Его можно вот так выманивать. Боже, был бы это герой, он бы меня завалил, нифиг делать. О боже, мне опять не хватает на боты. Я так привыкла к телепорту, что нет телепорта, это как... Это руны опять покупать, это... Что еще? Таланты, таланты опять делать все. Да что там таланты и руны, до 30 левела качаться. Ну, хоть до третьего, а потом можно будет не только против ботов играть. Хотя, бляха-муха, я на Весте ботом проигрываю. Что будет с игроками, не представляю. Аж камера улетела. Джинкс собрала себе его убийство. Семён уронил зарядку или...
Что он уронил? Или досточку? Фух. У моего кота жирная жопа. И он текает уже. Зарядку уронил. Я схожу, помогу топ. Хоть и Гарин не сильно этого доволен. Шатдаун. Боже, как я давно не слышала этих слов. А прикольно. Нормально сходили на топ, но только мне надо убийство. Ой, боже, куда я хожу? А еще я очень профессионально убиваю мобов. Вообще убивать мобов это мое. Ну хоть не будет троллей и приколов про мамку. А может у европейцев это как-то по-другому звучит. Боже, да другой бы меня уже догнал бы и добил. Не, я побегу назад. Как-то очково сильно. Со скольки? С 80 хп тут бегать. О, я могу себе купить такую штуку. Люблю Катарину то, что она маг, и ей не надо заботиться о том, нужна ли ей мана или нет. Она ей не нужна. И не надо собирать всякие шмотки там на восстановление маны. Что-то там топу сильно плохо. Вот этот джинс дала. Как? Я себя чувствую просто невероятным лохом. Как? Ботом! Ботов не убить ультой Катарины, это... Это unreal. Ой. А ну задействуем призрака. По-моему, она как-то не быстро бежит.
Блин, но слиться против ботов, это вообще... Я думала, это Unreal. Мультада, извиняюсь, до чего? До жопы, до сраки. Сколько я мобов убила, а? 34. Как Казикс. О, там сейчас походу намечается что-то убойное. Боже, это не смешно. Меня добьют мобы. Боже. Это моя первая игра на моем новом аккаунте. Я думаю, даже если бы человек зашел, не знающий, что такое LOL, он бы сыграл лучше. Им урона вообще не наносится. Боже, я даже ульту не успела. Ой, а как Джин сультанула мимо. Ты, походу, собрался вообще богема игроков LOL. Блин. Это нереально. Не, ну я думаю, мы выиграем, потому что башню мы быстрее снесем, но это, конечно, игра супер. Вау. Он настолько силен, что он меня убивает полностью. У меня попа болит уже на стуле сидеть.
Ой, я уже сладкий хочу. Я не думала, что такие сильные боты могут быть. Я вообще настроилась играть на расслабоне, села вон, ноги закинула на высокий стульчик и сижу себе играю. А тут такой неждан. Я в шоке. Я еще и самого низкого левела, вся 11-го, а я 9-го. Моему коту не сидится на месте. Он ушел от обилки Джинкс. Игроки на рашке так не уходят от обилки. Это так играют мобы, точно? Боты, точнее. Мне кажется, меня это обманули. Да что там обманули? Наебали. Кот психанул и улегся на полу. Так, и что я куплю? Боже, это же у меня будет в аккаунте запись, что я проиграла ботом. И будет видно мой сраный счет 0.6. Тогда надо удалять аккаунт и создавать новый. Боже, да никто не может добить Иону. Это нереальная игра. Если у меня спросят, откуда я напишу, не знаю, из Турции. Скажу, турецкий сервер закрыли. Ну, предварительно, конечно, в Гугле переведу это все на турецкий. Потому что я его не знаю. И как-то так. Бог говорит, что я из Украины стыдновато. Ё-моё. Они под вышку лезут. Они под вышкой убивают. Не гоните меня, так чемпионы в ранговых играх не доставали, как тут боты. Чувак пишет My first game. А мне стыдно писать, что я 3 года играю. Надо что-то написать такое. Не знаю.
Счастье, я убила кого-то. Владимира. Да мы не можем проиграть. Нет. Нет. Катарина, это вообще один из самых сильных чемпов. Как? Как я могу так играть? Все, боже. Надо быть вообще полной рахиткой, чтобы так сыграть. Так, что тут мой котик? Я его ложу на мягкую кровать, ему не нравится. Он спит на твердом полу. В чем прикол для него, не могу понять. А, не успела. И тут не состилила. Зато не придется хоть тут ни с кем общаться. Не, если может попадется кто-то русский, так можно будет. Или украинский. Я думаю, тут много играет таких. Даймонд, был бы ты Даймонд, ты бы ботом не всирал. Что ты рассказываешь, чувак? Я хочу чая. Зая, сделай мне чая. Мой заяц сидит, играет в Диабло. А я хочу горячего, у меня что-то горло болит. Эй, помиду, алло, башенка. Мы вдвоем стояли на миду и всрали его. Какому-то галимому Владимиру. Монда умеет убегать, блин. Бегом, беги, 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 беги. Лола, беги.
Кингсли. А нет, Кингсли. Ой, наши киллы почти сравнялись с киллами ботов. Так что еще не все потеряно, ребятки. Эту катку еще может что-то спасти. Ну дайте мне его. О, Гарен разошелся. Этот бейте. Нет, не Нексус. Боже, я забыла, как эта штука называется. Ингибитор. Боже, я уже думала, все, мы всрём ботом. Победа! Боже, это самая позорная игра в моей жизни. Всем спасибо. Можете пообсирать меня.